Прокуратурой города Хасавюрт с участием контролирующих органов проведены надзорные проверки в сфере топливно-энергетического комплекса, в частности на 5 предприятиях по производству кирпича. Указанные предприятия относятся к промышленным объектам третьей степени опасности. Прокуратура города на регулярной основе осуществляется надзорные мероприятия в сфере топливно-энергетического комплекса. Особое внимание уделяется вопросам выявления и пресечения фактов незаконного присоединения к сетям и безучетного потребления энергоресурсов. Так, в ходе прокурорской проверки с участием комиссии Генеральной прокуратуры, прокуратуры Республики Дагестан и представителей правоохранительных органов на одном из 5 проверенных предприятий по производству кирпича выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии на сумму более 3 миллионов рублей. По материалу прокурорской проверки следственными органами возбуждено расследуется уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по факту причинения имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере. Не остались без внимания вопросы соблюдения на указанных предприятиях по производству кирпича, относящихся к промышленным объектам третьей степени опасности, вопросы соблюдения промышленной безопасности, санитарных и противопожарных норм и правил. Для достижения указанных целей прокуратура города инициировано проведение территориальными подразделениями органов контроля и надзора неплановых выездных проверок указанных предприятий. Итогом масштабных проверок явилось выявление ряда грубых нарушений действующего федерального законодательства, регламентирующих указанные правоотношения. В частности, отсутствие пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, непроведение надлежащего производственного контроля, а также отсутствие санитарно-защитных зон. В этой связи в отношении виновных юридических должностных лиц органами контроля и надзора возбуждено более 25 дел об административных правонарушениях по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Виновные лица подвергнуты различным административным штрафам. Более того, в прокуратуру города внесены представления об установлении нарушения закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Вопросы обеспечения законности на объектах топливно-энергетического комплекса и далее будут находиться под пристальным вниманием прокуратуры города в свете предъявляемых требований Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Дагестан. В ходе проверок дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, санитарного и противопожарного законодательства. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства, по которым приняты различные меры реагирования. Курбан Гирейханов, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».